Документы госбанков, вкладчиков, деньги, что хранили писатели-земляки. В музее писателей орловцев открылась выставка «Время и деньги». В экспозиции представлены не только архивные документы, но и отечественные банкноты. Разбирая вещи Михаила Михайловича Пришвина, в его портмоне мы нашли рубль 1947 года. И это уже нам позволяет говорить о реформе 1947 года послевоенной, которая была прежде всего необходима для того, чтобы изъять фальшивые деньги, которыми немцы на оккупированных территориях заполонили на тот момент Советский Союз.